Красная икра – ценнейший деликатес, который привлекает не только своим вкусом, но и пользой. Попробовать ее можно на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Если понравится, приобрести. На ярмарке представлена натуральная лососевая икра. Деликатес свежий и доставлен в Рязань прямо с Камчатки. Продавцы уверяют, в состав входят только икра и соль и дают рекомендации по подаче деликатеса к столу. Икра должна быть холодной, она прекрасно сочетается со сливочным маслом, авокадо, свежими огурцами как в бутербродах, так и при подаче тарталеток. Рязанцы спешат на эту выставку еще и за потрясающе свежей рыбой, которая, по их словам, так и тает во рту. Особенно они отмечают белорыбицу. Нежная. Ну, я не скажу, сочная – это красная рыба, а это просто нежная. Ну, понравилось нам больше белорыбицы. А так мы и брали, и вот эти чевычу брали. Ну, тоже вкусная. Ну, это раз решили белорыбицу взять к новогоднему столу. Белорыбица, чавыча, омуль, палтус, тунец, зубатка – все эти деликатесы по-своему неповторимы. В то же время их объединяет одно – мясо рыбы очень питательно, полезно и одновременно диетическое. Учеными установлено, что рыба благотворно влияет на дыхательную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы организма, а содержание кислот омега-3 положительно сказывается на внешности любителей рыбки. Белорыбицу купил. Очень вкусная, я уже пробовал. Еще все до Нового года съедим. На днях стало известно, что выставка-продажа продлится до 31 декабря включительно, поэтому многие рязанцы решили заглянуть сюда в последние дни перед Новым годом, чтобы подать на стол самые свежие закуски, как говорится, с пылу с жару. И даже те, кто приедет на ярмарку 31 декабря, точно уйдет с хорошим уловом. Камчатской рыбки хватит всем. Выставка-продажа расположена около центрального входа в торговый центр «Премьер» и ждет всех рязанцев и гостей города. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».